Итак, практически классический тест-драйв. Я за рулем электрогрузомобиля EVM Pro. Коммерческий автомобиль, коммерческий электромобиль на базе УАЗ Профи. Ну и давайте я вам расскажу немножко о своих ощущениях относительно ходовых характеристик данного автомобиля. Все-таки это коммерческий автомобиль на базе внедорожника. То есть, ну понимаете, тут никакой гидравлической подвески нету, сзади рессорная подвеска. И, ну, со всеми вытекающими отсюда, естественно, ощущениями, когда не то, что ты чувствуешь там каждый стык в дорожном покрытии, но просто, ну, вот сами вот вы сейчас это чувствуете, видите, да? Естественно, подвеска и вообще сам автомобиль заточен именно на перевозку грузов. Как написано в эксплуатации, можно перевозить тонну груза. Ну, может быть, не знаю, там, может, тонна 200. По рулежке. Ну, так как здесь есть электрогидроусилитель, то есть автомобиль слушается руля отлично, это во-первых. Во-вторых, руление мягкое, без напряжения. Вопросов нет. Еще один важный момент, как и в любом электромобиле, это работа рекуперативного торможения, то есть работа системы рекуперации. Здесь она включается отдельно кнопкой. Вот здесь эта кнопочка. Вот она, РБС. Вот она выключена. А вот она включена. Ну и надо сказать, что в принципе здесь, вот на EVM Pro, жесткость вот этого рекуперативного торможения довольно-таки сильная. То есть ты, когда вот отпускаешь педаль газа, моментально чувствуется замедление автомобиля, а значит, система рекуперации здесь работает на максимально возможном уровне. Сколько добавляет процентов энергии либо киловатт мощности при этом рекуперативном торможении, я вам сейчас не скажу, потому что приборка не показывает данный вариант. Но по ощущениям, вот если вспомнить, как я ездил на вот эти на легковых кроссоверах, ну я вам так скажу, ну приблизительно в районе 15-25 киловатт это мощность рекуперации. Но это вот именно по таким ощущениям, без конкретно подтвержденных цифр, которые, конечно, может сказать производитель. Но факт в том, что эта система тут работает в максимально возможном варианте. Даже, можно сказать, в жестком варианте. Так, ну а теперь немножко о, скажем так, вопросу комфортности управления автомобилем. Это важно, даже несмотря на то, что нам либо это внутригородская перевозка, либо, допустим, между областным центром и, допустим, районными. Благо, тут есть порт быстрой зарядки GBT, поэтому, в принципе, при наличии
зарядной инфраструктуры, проблемы вести груз на расстоянии от 300 километров и более, я не вижу в этом проблемы. И тут, конечно, встает вопрос, а насколько данный автомобиль удобен водителю. Так, ну мы понимаем, что это на базе какого автомобиля это сделано. И вот с точки зрения, к примеру, разгона, ну, мало чем отличается от обычного электромобиля. Мягко и линейно. Такой мягкий и линейный разгон. Ну вот, кстати, сейчас на лежачих полицейских можно было убедиться, ну, понять особенности подвески данного автомобиля. Но это рабочие моменты, я думаю, даже на это обращать. Те, кто будут работать на этом автомобиле, не будут обращать на это внимание. Это все понятно, что рессорная подвеска. Итак, по элементу комфорта. Ну, во-первых, здесь удобно расположен руль. Можно, допустим, руку положить на дверную карту. Да и подлокотник, в принципе, удобно расположен. То есть нет каких-то элементов, которые физически стесняли бы водителя. Опять же, то, что у вас здесь нет никаких рычагов, естественно, здесь просто кнопки селектора. Скажем так, в режиме городской работы от склада до склада, от погрузки до разгрузки, тут на таком автомобиле особенно и не устанешь. Кстати, здесь производитель ограничил максимальную скорость 80 км в час. Ну а, собственно говоря, куда на груженном коммерческом автомобиле нестись с большей скоростью, тем более если это внутригородская логистика. Конечно, можно программными способами снять это ограничение, там увеличить скорость до 100 и более, но просто я не вижу никакого смысла на таком автомобиле с такими массогабаритными характеристиками это делать. Если бы, к примеру, электромобили Manufacturing занялись, допустим, созданием электромобиля, внедорожного электромобиля, пускай даже на базе того же УАЗа Патриот, ну, это другой вопрос. Кстати, я думаю, это было бы круто, особенно учитывая, что сейчас, ну, что в том же Китае, в тех же Штатах, многие компании делают именно внедорожные, рамные электрические автомобили. Даже в Индии одна компания занялась, то ли получила тендер, то ли просто занялась по собственному желанию. Там было высказано, скажем так, заинтересованность от армии в как раз полноприводном рамном электрическом внедорожнике.
Да, конечно, необычное ощущение, когда ты понимаешь, что у тебя в руках и там под педалями это электромобиль, с другой стороны, это переделанный в электромобиль, все-таки взятый за основу бензиновый внедорожник. При том, что у тебя плюс ко всему еще сзади громадный грузовой отсек. Как вы видите, грузовой отсек тут довольно-таки объемный, просторный, можно ходить в полный рост. Причем стены грузового отсека сделаны так, что здесь можно хорошо закрепить груз по всем секторам. Ну, не знаю, это добавляет немножко некоторых адреналиновых ощущений. Ну и, конечно, по вот ходовым ощущениям, действительно, вариант, даже не вариант, а есть основания, есть необходимость все-таки избавиться от заднего редуктора, от кардана и поставить электропривод напрямую на заднюю ось. Итак, завершаю я свой самый короткий тест-драйв. Он длился всего лишь несколько часов. Ну что, автомобиль я прочувствовать сумел. Он едет. Да. Он управляется. И для такой, в принципе, не маленькой машинки, он довольно-таки хорошо управляется. Ну, самое главное для коммерческого автомобиля, это, конечно, стоимость его владения, стоимость эксплуатации. Он должен быть выгоден, прежде всего, там владельцу, либо организации, которая будет в своем автопарке иметь данный автомобиль. Могу сказать точно, что в любом случае это будет выгодно с точки зрения экономии на топливе и на обслуживании. То есть, ну, естественно, допустим, находясь в автопарке, этот автомобиль может заряжаться ночью. Это уже экономия на топливе. Естественно, нет бензина, нет дизеля, есть электроэнергия. Соответственно, все остальные плюсы экономии – это масло, фильтра там и прочие все эти вещи. То есть даже с одной только этой точки зрения он будет эффективен для своего владельца. Ну и, конечно, еще то, о чем я писал ранее не раз в статьях, что зарядная инфраструктура, особенно для коммерческого транспорта, должна развиваться. Это должна быть не только общая зарядная инфраструктура, вот эти зарядные станции мощные на улицах города, на федеральных, на региональных трассах. А для коммерческого транспорта важно развитие зарядной инфраструктуры именно там, где идут погрузо-разгрузочные работы. Ну и как вы видите, вот в управлении этот автомобиль довольно-таки, ну, легок. Вот даже до такой степени легок.